Всем привет, друзья! Пятница. Завтра оффроуд. Смотрите. В общем, все торгуют на улице, как в далеких 90-х. Опять карантин. Ну, смысл, наверное, в нем есть какой-то. Ну, вообще сложно понять. Ну, я включился по другому вопросу. Смотрите, кто у нас впереди. Макс уже на полном приводе. Это сегодня радостный день. Смотрите, как он едет теперь быстро. Ну, хотя он и раньше быстро ехал. Починил. Удалось установить блокировку с патруля. Точнее, с Тираны. Она же в патрул вперед подходит. С Nissan Тирана блокировка стоит на заднем мосту теперь у Макса. Полуоси, одна патрулевская, одна тирановская, плюс доработки. Ну, завтра протестируем, как он едет. Ну, без фанатизма, понятно. Вы видите, я на бэхе не могу его догнать. Ну, а едем мы все по тому же вопросу, как обычно. Голубой мечте. Будем сейчас ставить стартер. Ну и пробовать заводить. Свечи, кстати, можем тоже подкинуть. Свечи же пришли уже. Больше. Провода у нас есть новые на старом двигателе, который на залупазле стоял. Потом, что еще? Там, правда, и свечи новые, но уже закрутим сейчас. В общем, первостепенная задача — бросить стартер сейчас быстро и попробовать, как он работает. Видите, Макс довольный, летит как на ракете. С полным приводом совсем другая жизнь по сравнению. После там нескольких месяцев, даже, наверное, 4 месяцев езды на переднем. Погода, он лужи до сих пор. Завтра, куда мы ни поехали, везде будет хорошо на оффроуд. Ну, вообще, собираемся тут недалеко. В общем, все покажу. Сейчас будем смотреть, как наша машина работает. Да, хорошо смотрится машина на этих дисках с выносом. Точнее, они перевернуты. Это родные диски, просто перевернуты. Сделан заход под гайку, конус. И так они хорошо стали. Совсем другой вид. Друзья, правда, танки ездили. Правда, танки ездили. Посмотрите, какая была погода. То есть вы понимаете уровень вчерашнего, позавчерашнего дождя. Просто поливало пару суток, как из ведра. Если тут на асфальте стоит вода, то там в низинах на танковой. В общем, завтра мы тут, возможно, тоже прокатимся, кардан мой поищем. Будет хорошо. Это реликвия четко. Нет у вас рихтовщика знакомого? Нет, Запорожье. Есть рихтовщики. Запорожец. Починят? Слышишь? Я не знаю. Руслан, Запорожец без мягкого знака. А без мягкого? Да. Блин, забыл ключи от реликвии. Слышишь, а снизу? Не надо ничего рвать. Благодаря простой конструкции капот удалось открыть. Сейчас прикрутим стартер. Макс тут посмотрел. Да, центральный провод. Понятно. Так странно вообще, как мы доехали, непонятно, да? Говорит, контакт разбит, ну этот, втулка трамблера, да, разбита. Зазор прыгает в 2 раза. Ну, понятно, нормально работать не может. Ну, это стандартная тема для такой техники, да? Сейчас поменяем. Будет хорошо. Вот он, стартер. А, надо же провода сразу накинуть, да? Сразу надо на видео, наверное, посмотреть, где какие были. Я там что-то снимал, когда откручивал. Да. Дивись.
Да, теле. Ого, да, какой слайдеры. Модный. Крутой, блин. Слайдеры, так и не скажешь. 2 мегапикселя камера, да? Слышишь? Стартер поставили быстрее, чем снимали. Ну, опыт уже. Или то студенты снимали, а я ставил. Все, провода понятно, какой куда. И вроде, блядь, парень. Ключи жалко забыли. Компрессии, конечно. Немного мало, но ничего. Так, стартер. Почти все поставили. Макс поджимает. Там вот тот провод как-то мне не нравится. Надо их пустить, чтобы они к тому не коснулись. Ну, понял? К маленькому. Так, я лечу за ключами. Темнеет, как обычно. Поправите. Свечи тебе дать, да? Свечи. Сейчас подкинем, я быстро ключи возьму. Что-то забыл ключи. Вот новые наши свечи. Карбюратор оставлять тебе? Свечи Денса. Япония. Карбюратор новый тоже есть у нас. Но БУ, ну, хороший. Сейчас тут по прямой 5 минут мне за ключами. Назад минут 10. И будем пробовать с новыми свечами и починенным стартером, как заводится. Все уже почти потемнело, но я уже на месте. Да, вот следы, видите, от танка. Кто-то ездил. И вот это море, что люди вынуждены по встречке объезжать. Просто как после серьезного летнего ливня. Давай, ну, попробуй. Ну, вот смотри. Ты пробуй. Вот, смотри, я таких свечей не видел еще со времен холодной войны. Сейчас, подожди, я одену свет. Или давай включим здесь. Что с ними? Ну, скажем так, две нормальных. А эти уже такие три. Ну, так еще, да? Ничего, я тебе скажу, карбюратор, ну, да, работает относительно и воспламенения, да? Ну, не хватает, да. Ну, один цилиндр, вон, компрессию надо будет померить. И масло кидает, да? Ну, кидает, то есть или свеча не работает, понял? Ну, или масло кидает. Ключи есть, что очень бывает редко. Да, опа, открыл. Давай его вперед подкатим. Вода стоит. Чуть-чуть протекает. Что, крыша течет? Где-то протекает. Да ладно. Ну да, дожди были жесткие. А вот зеркало. Это отломал кто-то, да? Наверное. Или вставить можно. Отломали, положили на капот. А ну. Там где-то ищи. Да. Есть. Даже тут не дает покоя. Людям надо что-то поломать, отломать. Так, подожди, пробую клеммы одеть. Да, первый запуск, стартер, тестируем. Так, бензонасос закачался. Ну, работает стартер. Макс говорит, трамблер разбит, ну хотя холодный, сейчас еще нагреется. Но с таким трамблером нормально не может работать, правильно? Однозначно. Провода еще, наверное, заводские. Говорит, провода заводские. Наверное. Крепление зеркала такое стандартное, жигулевское. Протраивает, да. Вот тот цилиндр, похоже... Вот эта свеча, которая в масле, этот цилиндр плохо и работает, скорее всего. А остальные такие, сейчас свет включу, остальные неплохие. Что тут за свечи стояли, не видно. Какие-то разнобой, даже визуально. Что было, то и стояло. Сейчас может прогреется, чуть-чуть будет ему легче. Один факт, то что он работает, да?
хочет. Ну ты видишь, заводится и... Заводится, да, ну. Трамблер мало того, что втулка разбита, еще там, где кулачки, тоже подшипник разбит. Все разбито, короче. Дымит. Заглох опять. Ну, сейчас легче, есть стартер. Даже если заглох не критично, завелся, дальше поехал. Ну, чуть нагрелся. Чуть поприятнее работает. Не сломали, да? Или чуть подломали? Или оно так и было где-то? Ну, вообще надо новенькое взять, потому что оно плавает. Ну да. Ну, сбивается, да? Смотри, выхлоп, эта сторона лучше работает. А где плохая свеча была, не помнишь? С какой стороны? Ну вот она и по выхлопу слышно. Такой более тухлый выхлоп, как и в том было, в залупазловском двигателе. Одна сторона головок хуже. Кстати, кажется, эта же сторона, может, ну не знаю, так совпадение, наверное. Трамблер, провода и померить компрессию. Проводами угадали, все правильно завелось, да? На стартере. Ну там особо было понятно все. Прогревается. И стекло, текстолит. Что-то еще ж был, кулек. А вон карбюратор лежит, слышишь? Карбюратор есть еще. Уже у меня этих карбюраторов за недолгое владение запорожцами карбюратором можно открывать карбюраторный магазин. Слышь, давай посмотрим, лючок есть под ногами для рыбной ловли или нет? Вот это меня очень беспокоит. Или мы... А, тут ковролин, да, или что? Что-то где-то течет, все мокрое, да? Просто вчера такой дождь поливал. Зеркало где-то у меня на работе есть. Да не, оно же отломано. А, откручено просто. Может, там резьбы нет? Но зеркало у меня где-то есть. Надо болтик длиннее поставить. Без подсоса работает. Ковер есть. Этот линолеум, конечно, тут так немножко смотрится как-то странно. Так, ну я же за рулем еще и не сидел на самом деле. Рулевой вал чуть шатается. Очень легкий руль, Макс говорил. Так, органы управления. Это дворники. Ближние. Это повороты. Второй тумблер. Тут что-то распадается. А, это свет у нас ближний. Это дальний. Сигнализация света, все работает. Это печка. А вот это то ли генератор, то ли давление масла. Температура масла. В общем, много что есть из приборов. Так, педаль сцепления. Сцепление выжил. Ну, на педаль газа плоховато реагирует, видите, но не глохнет. То есть свечи добавили уверенности в работе. Скорости не хочет, со сцеплением не хочет заводиться. Заводится хорошо, на редкость. На, на,
холостых работает, на средних, на малых не очень хочет, только вот если... Странно. Она... А без газа запускается с полоборота вообще. Ну это радует хоть что-то. Смотрите, как заводится вообще четко. Педаль не трогая. А вот нажимаешь и все. Сейчас, может, заглянем в карбюратор. Габариты работают. Красота. Так, друзья, ну что, пока все на сегодня. Хотели карбюратор, но у Сани занято. В потемках не будем тут уже. Тут карбюратор у меня есть. Тот, что мне привезли с Кировоградской губернии. Потом тут какой-то лежит. Третий на машине. Короче, ну я тут открывал, тут четкий. Просто ты говоришь, что там оно не смазано. Из-за этого заслонка не возвращается немножко. Ну что, все. План минимум на сегодня выполнен, да? Угу. Машина заводится. Уже есть двиги. Из того, что поняли, один цилиндр то ли масло бросает, то ли компрессии там мало, да? Ну, судя по выхлопу, то, конечно, где-то там чуть слабоватенько работает по правой стороне. Ну, не критично. Машину не новую покупали, с небольшим, ну, почти свежая, с небольшим износом. Слышь, а тут свет. А, лампы нету. Может, кстати, можно починить. Будет работать. Глянь, как-то по-суровому тут красили ее, да? Все закрасили. Релюхи. А, сзади включается, да. Лампочку поставить только. Ну что, все пока на сегодня. Закрываем. Не закрывается. Не хочет закрываться. Всем пока, до встречи. Подписывайтесь, делитесь. Скоро будем кататься.